вот такое у нас доброе утро. Это пасть крокодила. И туда засовывают руку, чтобы достать регистратор, который фиксировал температуру, да? Тело. Ужас. А мы тут завтракаем. Завтракаем чай и чокопай подогретый. Я тоже так хочу попробовать крокодилу пас. Да? Я не хочу. Как всегда, буду гладить и открываю себе окошко. Та-да-дам! Сегодня солнышко. Обалденное утро. Буду гладить кимоно. Все высохло. Здорово, что есть батареи, которые горячие. В общем, все отлично высохло, отстиралось. Так что сейчас будем все гладить и ехать уже на показательное выступление. А пока буду греться этим теплом. На самом деле на улице холодно. Было плюс 2 сегодня. То есть для нас это вообще морозы. Покажи щука. Ой, какая. Прям как из сказки, и да? И зубы есть. Что, мы жарить или котлеты? А если бы бабуля бы согласилась котлеток? Я не знаю. Ну что-то будем, Сержунь. Что это такое? Приехали мы. На день здоровья. В школу. Ты здоров? Вроде как. Да? Это рано это, да? А кому 80 лет было? Краснодарскому краю. А. Они своим не доверяют. Какие там уже наелись и напились. Они желают друг другу здоровья. Вот и я к вам обращаюсь. Да. Yeah!
От усатов, от усатов. Блин, за усатов. Это мы в Диаманте. Покажите, какие тут клевые игрушки. Прошли медосмотр на карате. А где моя шапка? Не знаю. Я ж тело не вижу. Вот этот диамант. Все, мы едем домой. Тебе будет... Смотри, в кого вообще будет больно. А теперь по традиции в Лайм заехали. А у нас зато есть карточка. 10%. Это Рита или нет? Нет, это Марго. Посмотри на нее, она МС. Всю вазочку. Ролик, тут витрины жмени, девочки тоже. Бля, Гриша, господи, бедные дети, не видели конфет у нас. Я за год еще не вижу. А Виталик пьет, да? А Виталик обыкновенно сварил. А я в турочке. Тын-дын-дын-дын на молоке. А мне какой-то так плохо. Тебе сахар. Да, как классно. Чё? Чё здесь происходит? Живой. Смешивание идет. Видишь, Гля? Они сейчас нас едят. Это типа эти присосывания. Да. Тебе надо присасываться к Да. Шведский стол. Да. Богдаш, да. Возьми кусочек пиццы. А он горячий, да? Ну все, тогда просто смотри на меня, ладно? Я ветчину не ест. А тебе мне какая понравилась? Здесь, я тебе какая его. Да? Я уже второй раз ее ел. Все? Домой. Все, нам нашло, что домой взять. Обалдеть. Ты даже, Гриша, нашел, да? Так, там сколько? 3 кусочка. А там чересчур много плавленого сыра. Да? Тут даже будет в Лайме какая-то новогодняя это. Чего-то там. Ночь, короче, вот так вот. Это не кто? Вот это? Вот это не отец. Нет. А там внутри, прям в прихожей, стоит святой, а тянут, не знаю, что. Да? Что-то. Что-то. Я не знаю. Потому что тебе не очень нравится. И то, из-за чего я могу... Ты мне можешь сказать, отцу будет больно. Ты мне так можешь сказать. Если это выберешь. Да? Все, мы дома. Антоха тут на улице гуляет. С Афонькой, с папой. Что вы тут, сыночек? Рекс сегодня плохо вел. Рекс? Да. Там давай. Идем на улицу. Все за тобой, да? Да. Покажи, что у тебя это. Да, это Вова дал. Да это на всех же он дал. Пошлите. Ну один, там же их много маленьких этих фрутелочек. Много. Ты немного, ты подели там на всех-то. Так ты уже сам сын, тебе помогать не надо? Ну давай. А в галошах нормально ты? Я в галошах ездила. Ты что, вырос уже? Да. Давай, машин нету, посмотрели, да? На ноги! Подожди, он поехал, сейчас он приедет. Поехал твой братан? Так, и Грише дай, хорошо, спроси, может, папа будет, ладно? Там только один. Только один, а ты? А ты тоже тогда только один? Нет. Да? Сейчас Антоха будет ехать обратно. Ай-яй-яй. Еду.
Давай. Ой. Афонечка, отходи, пожалуйста. Еще отходи. Ты просто спрыгиваешь и не тормозишь, да? Да. Молодец. Ну, катайся, если хочешь. Папуля тут уже занят делом. Обрезает виноград, пока матч на карате. А, да, да, да. Все, тут дети уже помогают. Это и еще я научился уже на велике гонять. Да. А мне надо, наверное, сегодня яблочек опять порезать на сушку, да? А ты его как-то обрезаешь? У тебя есть какая-то теория или ты? Теория, нам только тень нужна, то есть. А, то есть, как бы нам плоды, если есть, то хорошо, да? Без теории, да, мы обрезаем? Просто, ну, крупные ты оставляешь древесину, да? Центральные, да. Ну, вообще, положено побега оставлять 3-4 почки. А, то есть, ну, мы все равно только дерево оставляем, да? А да, все тоненькие ветки. Потом тень удалась. Не? А, Гриша не хочет? Нет. Я там твою лапу снял. А, ага, гирляндочка. Так, ну что, мы дома? Блин, я, по-моему, не той стороной снимаю. Вот так. Да! Вот теперь мы дома. И... папуля наш помыл посуду, вы представляете? Я приехала, а тут такая красота. Папуля тут все перемыл нам. Осталось только все поубирать. Так, все, я теперь тут все довела до ума, где нужно еще помыла посуду, все повытирала. Тут у нас, кстати, рыба вымачивается, то, что дети ловили. Еще пару раз поменяем воду и уже вечером будем вывешивать. А здесь икра щучья, я так понимаю. Сегодня, наверное, щуку почистил. Да? Так что не знаю. В общем, он придет, будет что-то с ней делать, потом покажу, как мы ее делаем. Он там очень вкусно делает, с луком, солью, с перцем, это все вот так взбалтывает, она там как-то просаливается, и мы ее кушаем. Посмотрим. Я не умею, поэтому все, Сержунечка делает. А я сейчас буду варить галушки. Начинаю варить галушки. В одну кастрюльку уже порезала я все, картошку, морковку, лук. Вот, а здесь... Был уже бульон, сваренный несколько дней назад, но я что-то не помню. Я его, наверное, не процеживала, поэтому сейчас все отсюда достану. И, как всегда, сделаю свою любимую конструкцию из маленького ситечка и из деревянной лопатки, и все сюда процежу. Вот. Кто-то меня спрашивал, кстати, про ручки. Они нагреваются, они так нормально нагреваются, то есть они горячие, что на одной кастрюле, что на другой. Но когда кастрюля буквально минут 10 постоит, то есть кастрюля еще горячая, а ручки, вот они остывают самые первые, получается. То есть минут через 10 за ручки уже можно будет браться. Вот, так что ручки в любом случае, когда кастрюля на огне, то они очень горячие, за них не возьмешься. Папуля делает икру. Делает икру. Это что, от щуки икра? И что это еще, Сержусь? Печень. И печень, да? Ее что, мелко порезать или так пожарить? Да так пожарить. Посолить, поперчить, да? Угу. Дай тарелочку. Так. Вот так надо счищать, да? Угу. Ну, сплю. Вот, он чистится. Угу. Пленочка, да? И так всю, да, надо почистить. Так, это Сержунечка все сделал. Посолил, поперчил. Но мы любим с луком. Вернее, Сержун так делает. И доводим до... Альденто. Альденто. Я вам сейчас расскажу, вот это бывает вкус, а вот это вы обалдеете. Как это бешено. Смотрите, какой цвет. Да-да-да. Вы не поверите. Во Франции в 1799 году при создании вот такой вот икры... Ни одна щука не пострадала. Так, теперь так надо все взбивать. Ну, надо, чтобы же равномерно. Лук тут кто-то обещал мне. Лук кто-то обещал, а кто-то не выполнил опять свои обещания, да? Вообще, этот кто-то, это я, да?
тролли, как снотворное. Давай я тогда шторки закрою. Ой, тролльчик мой любимый. Зайчик, зайка. Ты его не трогай, не буду. Вот оно, тесто для галушечек. Соль, перец, 3 яйца. И сейчас хорошо вмешиваю по 2 столовые ложки муки. В общем, до такого, как густая, ну, то есть будет такое густое достаточно тесто, но ложка его, возможно, отцеплять. Сейчас вот это все вымешаю. Здесь у меня уже все варится, все хорошенечко кипит. То есть морковка, лук, картошечка, соль, перчик. В общем, все как нужно. Вот уже приготовила чесночок и зелень еще понадобится в конце. Так что доготавливаем. Сеженечка уже сделала икру, поставила в холодильник на 2 часа и меленько лук. Досточку вам показываю. Да, все завернул в пакет. Можно пищевой пленкой накрыть, но у нас ее нету. И в общем, все завернул в пакет, всю икру, соль, перец, все, соль и перец, он все ложит на глаз, поэтому точные пропорции не могу сказать, но достаточно так соли нормально. И что еще? Ну, лучок мелко порезал, все вот так хорошо вилочкой взбил, чтобы соль равномерно перемешалась и растворилась, и все мы поставили в холодильник, так что через 2 часа можно намазывать на хлебушек и кушать. Так, а вот и рыбка, которую мальчики поймали, ходили на рыбалку. У нас даже в гостях Сережа. Но сейчас они с Гришей на улице, а Антоха вот зашел в комнату. Ты устал, сынок? Спать хочешь? Не хочешь? А что ты хочешь? Обиделся. На кого? Ну все, не стани, пожалуйста. Иди супчик кушай, хорошо? Я там сметанку положила тебе. Так, я вышла на улицу. Сейчас собралась немножечко в машине, потому что я поняла, что у нас в машине просто, я не знаю, после камышеватки песка, то есть вот сколько даже недель мы, когда мы ездили, 2 недели назад камышеватку, бабушке на день рождения, в общем, там же этот песок морской с ракушкой мелкой. И вот все это в машине, сейчас убрала весь мусор, целый пакет, пропылесосила, в общем, я прям молодец, с собой довольна, пыль не вытирала, потому что уже темнеет. Я, если честно, сейчас сидела здесь под навесом и слышала, как птички чирикают. Это круто. А еще Сержуня же сняла эту гирлянду китайскую. И она вот уже начала моргать. Уже темно, потемнело. Так, все, виноградик весь обрезали. Надо будет только листву сгребать. Вот эти птички здесь на яблоньке у нас. Слышите, как они крылышками? Туда-сюда. Вон они там. Летают. Мне это так нравится. Такие звуки здоровские крыльями. Обалдеть. А мы тут с Марсиком гуляем. По листикам. Банкет? Икру сейчас будем есть щучью. Вот она вот такая получилась. Очень вкусная, я уже попробовала. С луком вообще обалденно. И галушки. Так что всем приятного аппетита. И нам тоже. Мы с Сижуней вдвоем. Детей сегодня кормить не будем. Как мне нравится этот чай. Какой-то он молочный какой-то, да, зеленый. На россыпь. Он такими классными листиками раскрывается. А ты куда, сына? Глянь на него, Гриша. Он идет. Ты что делаешь, сынуль? Тебе помогать? Да. Попроси братана, он тебе поможет. Скажи, помоги. Так, Гриш, ой, Антош, это твой телефон? Прости, больше у меня. Угу. Одни документы стоили. Как самолет. Свет. А я тут валяюсь. Спасибо тебе огромное. Да. Только знаешь,
Так, ну что, у нас уже 11:20, мы, как всегда, не спим. У меня сегодня обалденное пряничное настроение. Я вам сейчас все покажу, расскажу. Надеюсь, вам понравится. Но мне очень нравится. Посмотрите, вот такие пряники получились на День матери, мамули. Мне они очень нравятся. И я, кстати, уже попробовала аэрограф. Вот еще одни прянички. Это будут еще один набор на День матери. И еще он будет вот такой вот один большой пряник. Одно большое сердце. Так, вот мой китайский аэрограф. Он прекрасно работал. Главное, к нему приноровиться. Значит, что было в комплекте? Все было отдельно. Вот этот вот компрессор. Шнур 220 сразу с нашей розеткой. Все в порядке. Вот, и здесь все отдельно было, трубочка отдельно, я ее присоединила, она очень плотно вставляется, и сам вот этот вот, сама вот эта вот штучка. И на компрессоре, Антош, можно я расскажу? Антоша, пожалуйста. Так, и сама подставка для, единственный недостаток, это отсутствие крышки. Вот так вот. Ее нет. Но я прекрасно все делала. Голубые пряники были первыми. Значит, он включается в розетку. И сразу нужно... Я все это делала прямо возле раковины, чтобы в раковину его направлять. То есть, как только он включается, сразу здесь поток воздуха, и сразу первые там 3 капли вылетают, да? Он вот несколько режимов, но все-таки нужно для более интенсивного разбрызгивания вот этой ручкой шевелить. То есть он все время гудит. Сейчас, ну, то есть когда только его включаешь, я его сразу вот так в раковину опускаю и потом включаю. Вот, несколько режимов. Один режим, второй, он и третий слабенький, самый слабый, на мой взгляд. Хотя не знаю, сейчас и третий, ну, четвертый раз выключаем. Нет, наверное, третий все-таки сильный. Да, третий самый сильный, в общем. Но я делала все на первом режиме. То есть ставила на пряник, все вот. Краситель обычный разводила водкой. А вот мой зеленый краситель. Я его сюда добавляла, развела, в общем, налила водки, капнула красителя, все хорошо размешала и шприцом добавляла в компрессор, вот в это отверстие. Так, делала я все специально аккуратно, чтобы вот это все не разлилось, потому что все-таки водка, вот, в общем, здорово. Мне понравилось. Вот этот вот самый большой пряник был самым первым, поэтому вот здесь вот немножечко есть потеки, но это уже были следующие пряники. Но вот это все замаскируется, потому что у нас здесь будет мамонтенок, тоже для мамы. Так, а вот зеленым немножко здесь в углах вот оттеняло, если вам заметно. Но все это закрылось розовым. Можно даже было немножко побольше зелененького. Но мне очень нравится. Такая вот мамуля получилась. Так что могу сказать, что компрессор в принципе неплохой. Справляется со своими обязанностями. Потом залила сюда воды. И прям несколько раз все промыла, пропшикала прям в раковину, чтобы все очистить. Вот, так что мне пока все нравится. После первого использования дальше посмотрим. Он не очень шумно работает. То есть вот так. Мне кажется, даже телевизор слышно, то есть никакого тарахчения. И здесь такие прорезиненные ножки, то есть он вибрирует. Видите, они прям резиновые. Так что он не шуршит, не двигается по столу. То есть он просто шумит и все.